Не, всем привет, котята, я кошка Лана, и мы с Лео еще очень-очень худые. Я помню, я отобрала у тебя конфеты только что. Да, Лан, ты такая, ты иногда так делаешь. Ну, я не обижаюсь совсем. Подожди, я ни одной из конфет не съела, вот только сейчас начинаю есть. То есть это ты отобрал у меня конфету? Ага. Такой тоже бывает. Да. Ну, это не рыбные палочки, это конфеты, и по-моему... девочка уже здесь! Нет! Лео, я проиграл в первые секунды, просто меня первый поймали! Да? Да, я даже не знаю, как это возможно, но зато я сейчас с вами нормально поздороваюсь. Всем привет, котята, я кошка Лана, у меня сегодня в скайпе Лео, и мы играем, я думаю, вы уже поняли, в ешь или умри. Давайте понаблюдаем, как там у Лео дела. Да. Так. Я бегу, Лана. Я наблюдаю за девочкой-монстром. Кстати, тут у всех этих огромных ловцов всегда опускается прическа на лицо. Да, кстати... О, нет! Лео, беги! Ладно, ты забыл упомянуть, что в скайпе еще и Стив. О, нет. Да, и это стоило тебе жизни, Лео, между прочим. Да, Стив, поздоровайся с ребятами и с Ланой. Сейчас я поглажу Стива, который здесь. Ага, отлично. А тут Стив поздоровается. Стив здоровается? Да, конечно, Лана машет крылом. Это здорово. Стив, это не видеосвязь, это аудио. Ну, я думаю, все поняли, что Стив со всеми здоровается. Лео, ловец просто шикарный. Он там уже всех поймал, осталось два человека. А еще одна девочка, видимо, очень рада, что она попала в видео. Привет. Привет тебе. Ладно, у ловца такой же рюкзак, как у меня. У всех такие рюкзаки теперь. Да, я тоже могла надеть такой рюкзак, но почему-то решила не надевать. Но зато я переоделась в более теплую одежду, в свою родную одежду в Роблоксе. Потому что уже настала осень. Да. Ладно, это очень здорово. Кстати, здесь осени, по-моему, никогда не бывает. Ну, кроме карт, потому что здесь всегда зелено. Да, и смотри, ловец всех поймал. Это было круто, знаешь, мне нравится, когда ловцы выигрывают, Лана. Я вообще, ты знаешь, что я отличный ловец, это даже не хвостовство. Да, и поэтому болеешь за других ловцов. Конечно, я всегда болею за ловцов, Лана. Мои очки улетают только ловцам на глаза, и они такие ходят, знаешь, в этих очках, и такие, о, да, солнце больше не светит. Неплохо. А мы смотрим, кто же будет следующим ловцом. У нас пока мало шансов, но сейчас посмотрим. Итак... Лана, кто это? Кстати, кто это? Кто это? Это ты, Лана. Лан. Ну что, Ланг готов. Наконец-то. Мы со Стивом, Лана, так долго ждали возвращения Ланка. Каждый раз, когда я играю в эту игру, я думаю, Ланг, давай же. А вот и Ланг. Ланг бежит. Так, я вижу, что что-то трясется, а значит, Ланг рядом. Да, Ланг уже здесь. О, Лео, привет, вот привет. Тебе бургер. О, нет, это только не бургер, только не сейчас. Ладно, я бегу в другую сторону, там больше ребят, поэтому я хочу поймать их. Так, вот они здесь, мои хорошенькие, держите вам бургер. Вот эта девочка, да, которая, по-моему, меня поймала в прошлый раз, я не уверена, но кто-то это был точно. Так вот, парень пытается есть на ходу. Так, не-не-не, ты от меня не уйдешь. Отлично, здорово. Девочка, куда ты бежишь? Там Ланг, он бежит за тобой. Ты что? Надо убегать от Ланга, а не к Лангу. Спасибо за подсказку. Ланг бить, Ланг прыгать, Ланг ломать. Ого, я сломала дом только что. Так, только всех потеряла. А, вот девочка, привет. Привет, хочу с тобой познакомиться. Отлично, я очень близко познакомилась с этой девочкой. Так, мне остается еще время, и я даже не знаю. Ага, вот мне показали, где вы. Это классно, это супер круто. Так, вас трое, но мне что-то показали двоих, Лео. Мне кажется, ты куда-то спрятался, где тебя не видно. Так, девочка, держи бургер. Ты еще познакомилась с одной, у Ланы сегодня день свиданий. День свиданий с бургерами, да, это классно. Так, о, нет. Вас осталось двое. О, нет. О, привет! Вылез за вафлей, а в итоге попал на Ланка. Так, у меня есть для тебя бургер, вот он. Ой, нет, не туда. Не туда. Я отпусти, Лана. Отлично! Да, я заметила, я тебя хорошо накормила. Остался один, где-то один участник. Надо его найти, котят. Мне... Ага, я уже вижу. Отличненько. Я думаю, что я успею. Где он, Лан? Где-то там. Да, где-то прямо. Да? Ну, конечно, уже за кого ж ты уже? Все, уже никого не осталось. Да нет, Лан, я всегда... Да! Всегда болею за победителя.
отлично. Кстати, Лео, ты заметил, что мне даже прическа на глаза не налезла? Это здорово. Она обычно на глаза налезает или на затылок? Она обычно налезает на шею, но она не налезла никуда. Отлично, значит, тебе повезло, Ланг, потому что Ланг сегодня у нас красивый. Ой, спасибо большое. Спасибо, ты тоже ничего, и Стив. И Стив. Ладно, мы не сомневались. Стив, у нас его, кстати, пригласили на фотосессию в журнал. Правда? Да. Обычный или для сов? Обычный, Ланы. Да, здорово. Да. А, Лео, чуть-чуть ты не стал ловцом. Что значит чуть-чуть я не стал ловцом? Меня даже там нет в списке. А у меня ты был следующим на очереди. Да? Нет, да. Меня нет. У меня никто не показывается. Каждому, значит, показывают другую хронологию, другую... В общем, все по-другому показывают. Так, Лео, ну нам надо... Да, да, спасибо большое. Я сейчас стала забывать слова. Думаю, как меня зовут, Ланг или не Ланг? Ты знаешь, куда-нибудь придешь, спросят, здравствуйте, как к вам обращаться? Ты как говоришь, Ланг бить? Да, именно так. Ну, это бывает, извините. Так, хорошо. А где ты, Ланг? А, я не Ланг сейчас, я ланчонок маленький такой. Ланчонок, хорошо, ланчонок ты где? Я вот здесь, ага, я нашла ловца, я вижу его. Ладно, я к нему прям подбежал, я около него, я сейчас встану на плечи к нему. Да, давай это сделаем. Это ловец челлендж, Лана. Кто дольше простоит на ловце? Да, пока он не проснется. Отлично. Ладно, у него глаз нету. А это все из-за прически, она наехала ему на глаза. Окей, смотри, хорошо. По-моему, ты ему хорошо так натоптал по прическе. Я не могу понять, он сейчас ждет, пока все подбегут к нему, а потом всех убьет. Не знаю, сложно убить того, кто стоит тебе на голове. Не знаю, ладно, я не буду рисковать. Я немножко постоял, челлендж выполнил, а вы, ребят, уже давайте сами. Не знаю, мне нравится прыгать на ловце. Может, он застрял, как ты в своем последнем видео про ешь или умри. Ну, я там мог двигаться, то есть я мог бить вас, Лана, и бургер бросать тоже мог. Да. Да. Ну, может, этот отошел, потому что очень ждал, когда будет ловцом, и не дождался. И уснул. Возможно. Так, я начинаю худеть, это мне не нравится. Пойду что-нибудь перекушу. Давай уже, ладно, уже пора, да. Завтрак, обед и ужин пришли. Хватит худых, ладно. Имел, Катя, небольшая техническая заминочка. Дело в том, что где-то в этом моменте моя веб-камера отказалась нормально снимать. И дальше вместо меня здесь в углу будут ваши рисуночки меня, которые очень классные. Я их все обожаю, Катя, огромное вам спасибо. Вы очень-очень-очень талантливые. А теперь давайте продолжим. Мяу. Лео, да? Лео, он двигается, смотри, вон он там. Ох ты, как он прыгает. Мне кажется, что он правда отходил поесть, а потом пришел, такой, я ловец, что делать? И не успел никого поймать. Никого, вообще ни одного, Лана, просто вообще никого. И вообще ни одного. Да, не повезло. Или у него был его какой-то секретный план, он специально хотел постоять, и у него была мечта такая, Лана. Он весь день сегодня сидел в школе и такой, я приду, зайду в игру, ешь или умри, и буду там стоять на протяжении, сколько там, 3 минут, 2 минут. Возможно, это было бы, наверное, неплохо, если бы так было на самом деле. Ой, да. Ух наконец-то, Лана, наконец-то, да. Я даже не знаю, есть у меня шанс сегодня спастись или нет. Надеюсь, что шанс есть всегда. О, мы здесь же, Лана. То есть я сейчас исправляю. Да, опять. Ситуацию. По-моему, это самая популярная карта. Да. Так. Возможно, так. Так. Быстренько нужно что-нибудь есть. Отлично, так, бутербродик. Ну что, Лана, давать вам форы или же все-таки тротик наловить? О, да. Что это у нас там с хвостом? С той стороны, ребята, да. Это была моя ошибка. О, нет, Слава, да, Слава, не стой у меня. Слава, ты чё, парень? Ну давай, побежишь, может? Не, ладно, он не хочет, но хочет, чтобы я его поймал. Давай, ну ладно, все, хорошо. Отлично. Все, извини, Слава, ничего личного просто, понимаешь, ничего такого. Так, ладно. Теперь самое интересное, где бы спрятаться? Тут ребята просто стоят у меня под ногами, сами бегут ко мне, они ждут меня все. Возможно, они хотят, чтобы ты их поймал. Да. Так, отлично. Да, у меня такой отличный обзор сейчас открывается на происходящее. Обзор? Ты обзорщик? Я, да, возможно. Так. Не, неплохо. Идите сюда, я здесь. Шикарно. Ты так круто со всеми справляешься. Так, а где ты? Где ты там? Ты обозреваешь все? Не скажу тебе, конечно. Нет. Ну-ка, мистер обзорщик. Или миссис. Я. Мистер Миссис обзорщик, так. Ага, так, нашел одного парня. О нет, парень увел у меня еду. Так,
ладно, хорошо. Ладно, круто, если еду, а не сову, например. А кто-то может увести сову? Конечно, я знаю, что есть такие люди, которые уводят сову. Да? Шикар, да, ну, конечно. Спокой. У тебя есть сова, ты идешь с ней, не знаю, там привязалы, допустим, если она у тебя на поводке. Они просто берут и уводят сова его с собой. Да, да, конечно. Страна! Нет! Ой, нет, 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 нет! Я думала, ты ловишь всех, ребят! А ты ловишь меня! Нет, 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 нет! Так, ну давай! Нет! Давай, Ланг! Так, пирожочек! Нет, нет, нет! Так, привести бы тебя к остальным, где-то. Да-да, я объел пирог. Ой, ребята! Пирожочек, давайте, ребят! Нет! Подожди секунду. Они что, они сюда тоже побежали. Так, я вас сейчас всех поймаю. Вы смотрите, вы все скучковались. Вы просто все в кучке бежите. Так, мы пытаемся сбежать. Так, нет-нет-нет! Я боюсь оборачиваться, я не знаю, что происходит. Надо рассредоточиться. Мальчик забежал за дом. Да, он думает, что там можно спастись. Так, слушай, ладно, я гоняюсь сейчас за двумя зайцами просто. Да, это принцип этой игры. Если ты гоняешься за одним, потом за другим, то ребята могут от тебя ускользнуть, или у тебя остается уже мало времени. Ничего, Лан, я сейчас разберусь. Это сейчас будет круто. Так, одного поймали. Так, мистер Ланг. Нет, 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 мистер Ланг уходит. Нет, нет, никаких бургеров, я сыта. Я очень толстенькая. Так, давай-ка, я гонюсь за девочкой. Или нет, за мальчик. Это мальчик. Я не знаю, кто это, но у меня есть время. Ланг, ты остался один. Я остался один. И где ты? Серьезно, не поймай Ланг сегодня? Не скажу тебе, где я. Нет, 3, 2, 1, да! Ланг, сегодня твой день. Так, бургер летит к тебе. Взорву. О, да! Но я уже победила. Это было шикарно, Ланг. Я правда пытался вас поймать. Ну, хотя бы, знаешь, просто для галочки взорвал всех. Но поздравляю с победой. Спасибо большое. Ну что, еще один раунд? Да, конечно, Лан, конечно, я еще хоть 21. Да, но я думаю, что это мы с тобой обязательно потом наиграем, а сейчас самое интересное. Давай, челлендж, кто первый из нас спасется? Кто первый спасется или кто первый взорвется? Хорошо, давай, кто первый взорвется, давай попробуем как можно быстрее стать жертвой. Подожди, серьезно, ты так хочешь? Как тебе такое? Да, я хочу стать жертвой. Вот это челлендж. То есть там вообще нет челлендж. Нам надо есть, чтобы быстрее добежать до ловца. Нет! Ой, да. Нет! Ладно, ты бежи. Ты все конфеты у меня съел, ты что делаешь? Я хочу к ловцу. Эй, ловец, поймай меня. Эй, ловец, нет, меня лови. Я жирненький и вкусный. Я самый вкусный. Жирный, это я. Эй, ловец, лови кого-то другого. Ловец, я у него за спиной бегаю. Я бегаю за спиной у него. О, да. Ладно, что это за странная штука? То есть в этой игре лучшая тактика — это просто бегать за спиной у ловца, и он просто тебя не будет трогать. Да. Это шикарно, ребят. Мне кажется, его сейчас все играют в игру «Попробуй попадись ловцу скорее», потому что, смотри, он уже почти всех поймал. Давай последим за ним, что ли? Да, ладно, они знали, они просто знали. Да. Некоторые просто, кто сейчас еще жив, они просто еще не в курсе. Да, а остальные все такие, да, я хочу выиграть. Ну, нас кто-то с тобой обыграл, я точно не первая попалась ловцу. Да, я видел, что он кого-то поймал раньше, чем нас, и я такой еще думаю, как так могло быть, мы же профессионалы в этой игре. Да, мы же первые, мы же бежали к нему навстречу, у него правда такая лысина сейчас. Да. Я слежу за ловцом, и это потрясающе. Он не может поймать парня, который пытается прямо под ноги лезть. Вот только что поймал. Да, ладно. Да. Этот ловец немножко странный. Не, ну что, котят, мне очень понравился наш Слео челлендж. Это было очень неожиданно. Да, неожиданно. Я думаю, что это мягко сказано, Ланя. Неожиданнее. Да, Лео, а еще твой персонаж смотрит на Стива и почти не поворачивает голову. Да, потому что... Ты видишь это? Не знаю, ладно, не знаю, но ему явно нравится Стив, так что... Да, я тоже так думаю. В общем, котят, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. А нас тут всех уже поймали. И это классно, челлендж «Поймай меня скорее». Да, а мы с Ланой сейчас побежим вот сюда, Лана, как всегда. Давайте завершим это все бургерами, да? Бургеры. Давай, давай. Ух ты, бургеры! Да? Отлично, шикарно. Хорошо. Здравствуйте, нам, пожалуйста, да, бургеров. Да, нам, мне чикен-бургер 10. А мне бургер и
что-нибудь из чего? Где ваша голова? Головы у этого парня нет. Он, по-моему, говорил, это судья на показе, вот я его узнала. Да-да-да, ладно, по-моему, нужно взять бургер с полочки и просто вложить ему туда под парик. Вот, отлично, по-моему, я вложила ему. Я делаю то же самое. Словащий ракурс. Шикарно. Отлично. В общем, котят, всем бургеров и пока! Пока!